чай, плед, и вон так и согреваюсь. Уютный диван, теплый чай, любимая книга. За окном 7 градусов тепла и батареи предатели. В квартире красноярки Анны Данишек совсем не жарко, а ведь это еще только начало осени. Ну вот вроде отопление дали, а если потрогать батареи, то они холодные. И особенно по утрам, ночью вообще невозможно. Садиться, греюсь под пледом, под двумя одеялами. Анна знает, есть более эффективные способы согреться, чем чай с лимоном. Ждать у окна погоды не будем, подберем подходящий обогреватель. Хорошо, что выбор магазина города на этот самый популярный в последний месяц товар огромен. В древних времен человек стремился к теплу, и достичь тепла желаемо мы раньше огнем, сейчас мы это наше помещение обогреваем обогревателями. Самый простой способ обогреть помещение – это тепло. Тепловентиляторы. Это быстро и недорого. Они маленькие, легкие. Это тепловентиляторы со спиралью накаливания. Цена умеренная, в пределах 900 рублей за миниатюрную модель. А вот вентиляторы с керамическими пластинами нагревания. Считается, что эта модель более долговечная. Для комнат площадью до 20 квадратов подойдут вертикальные обогреватели с мощностью до 2 кВт. Они регулируются пультом и автоматически проворачивают корпус на 45 градусов. Стоит такое теплое удовольствие 1600 рублей. А вот галогеновые и кварцевые обогреватели – самый экономичный вариант. Напольные образцы обойдутся в 700 рублей. Если говорить грубо, они обогревают помещение своим светом. Но есть один минус – аппарат очень хрупкий. Для квартиры я бы посоветовала более надежно, но как бы более. Это конвекторы, более современная сейчас нагревательная система идет, а поднимает холодный воздух снизу, нагревает ее и отдает тепло. Такие конвекторы идеально подойдут и для офиса. Их, кстати, можно закрепить на стену. А вот и привычные многим масляные радиаторы. Цена в районе 2500 рублей. Они считаются самыми надежными и безопасными. Правильно подобрать обогреватель по площади следует по ребрам. 5 ребер обозначает, что данный обогреватель имеет 1 кВт потребления, способен обогреть помещение до 15 квадратов. Если 7 ребер идет, то это 1,5 кВт, данный обогреватель до 20 квадратов. Максимальный объем тепла в 11 ребрах 2,5 кВт, а значит такой масляный радиатор способен обогреть комнату площадью до 30 квадратов. Выбирая обогреватель, учитывайте площадь своей комнаты, и ваша погода в доме будет всегда благоприятной.